Настоящая история кино создается братьями. Судите сами. Братья Люмьер, братья Ворнеры, братья Коэны, Михалков и Кончаловский. И вот, наконец, прибыло новое поколение кинобратьев. В нашей студии гении анимации Сергей и Андрей Гончаровы. Сергей. Ага. А я Андрей. Ну, ты старший, да? Да. Нет. Нет, я старше. Мне 8 лет, ему 6. Андрей, а когда ты вырастешь, ты кем будешь? Водителем метро. И водителем мусоровоза. Водителем мусоровоза? Это мечта? Да. Ну, мусор, он же воняет. Воняет? Ты не в курсе, что мусор пахнет плохо? Да, плохо. Все, ты. Значит, только водителем метро. Я буду машинистом. Быстро ты отказываешься от своей мечты. Галкин, знаете, я... Да. Это моя Можно... мечта, поболтать с вами. А, так начинай, чего, господи. Гончаров, расскажи, как складывается вообще жизнь? Ты доволен жизнью? Да, доволен. У нас много приключений. Я тоже доволен. А какие ваши успехи? Что вы уже успели снять? Ну, мы сняли мультик про лучше всех. Серьезно? Про нашу программу? Да, да, да. Круто. У вас еще были какие-то работы или это первая ваша работа? Еще мы сняли ваш клип «Будь или не будь». Да. Да. А мы, что-то я не заметила, а мы участвовали с Аллой в съемках ваших? Да. Да. А, это... Про лучше всех и в «Будь или не будь». Ну, давай начнем, может, посмотрим «Будь или не будь» сначала? Давайте. Да? Давайте. Да. Да. Давай, посмотрим. «Будь или не будь, делай же что-нибудь». Вот, сейчас вспомнил наш клип. Вот, «Будь Галкин. Или не будь». Галкин, да. «Будь или не будь, будь или не будь». О, делай это Алла, да? Да, да. «Будь или не будь». А это я, да? Да. «Будь или не будь, будь или не будь, делай же что-нибудь». Слушай, похоже, у вас получилось как. «Будь или не будь, будь или не будь, будь или не будь». Круто! Давайте, ребята, объясним зрителям, какая ваша методика. То есть вы как это снимаете, как это происходит? Расскажи. Ну, сначала нужно написать сценарий. Так. Потом нужно подготовить декорации. Угу. Нужно подготовить актеров, которые будут сниматься в фильме. Так. Прям как все по-взрослому. И лампочки. Что за лампочки? Ну... Свет? Да, свет. А-а-а. И камеру. Ага. Ну вот я знаю разную анимацию. Есть песочная, пластилиновая, кукольная. А это какая? Это кукольная. А, мы это... кукольной занимаемся. Я хотел заниматься пластилиновой, потому что я очень люблю мультик Александра Татарского «Пластилиновая ворона». Я налепил много красивых подделок, декораций. Но у меня есть одна младшая сестра, вон она сидит. Она все взяла в комок, смешала. И на этом закончилась твоя пластилиновая анимация. Да. И я отложила эту затею, чтобы когда она уже выросла, тогда уже и займусь. А сколько надо фотографий сделать вот для такого мультика? Сколько? Много? Ну, фильм про братьев Люмьер на фестиваль «Маленький Леонардо», у нас было, по-моему, больше 5000 кадров. 5000? Вот это да! Давайте поговорим с вашими продюсерами. Представь, пожалуйста, их. Маму зовут Таня, а мою сестру Кристина. Здравствуйте, Таня и Кристина. Здравствуйте. Они участвовали уже в каком-то фестивале, да? Да. «Маленький Леонардо». А кому пришла идея отправить их на фестиваль? Вам? Ну, да, нужно куда-то же выплескивать, наверное, весь этот энтузиазм. Я так понимаю, вы что-то с собой привезли, да? Да.
Привезли раскадровки, декорации. Декорации. Ну давай внесем. Это к мультфильму про лучше всех, да? Да. Это останки. Это останки. Останки. Это раскадровки. Это лучше всех. Вот. А это что за персонажи? Это те, которые снимались лучше всех. Здорово. И у вас что-то осталось недоснятым, да? Да, мы хотим с вами снять последнюю сцену. Круто. Ну что, пойдем снимать? Пойдем. Да, пойдем. Пойдем наверх. Пойдем. Ну что, ребят, рассказывайте, что сейчас будет? Так, Андрей должен это камеру, только чтобы там, к примеру, значка не было и это все, всего остального. Давай я тебе помогу. Так. То есть чистое поле, да? Да, чистое поле. Так. И что, ты сейчас снимаешь кадр первый, да? Да, сейчас. Андрей, держи как-то так. И не это. Как-то так и не это, Андрей. Ага, так. Фотографируй. Так, здорово. Потом двигаем Галкина. И ставим букву. Вам Андрей, кто-нибудь говорил мое имя? Андрей, фотографируй. Только камеру, пожалуйста. Не я двигай. Фотографировал. А, тогда двигаем дальше. Дальше. У. У. Лучше. У нас должны появляться буквы. Ага. Галкин отлетает на шарах. Так, фотографируй. Галкин отлетает на шарах. И последняя буква. Ага. Еще восклицательный знак остался. Да. Фотографируй. И последняя. Ага. И да. Галкина. Да, фотографируй. Которая отлетает на шара. Я теперь понял, кто из вас кто. Ты режиссер, а Андрей оператор. Да. А я Галкин просто. Братья Гончаровы, давайте посмотрим на вашу работу. Что получилось? Я сам в первый раз посмотрю фильм про лучше всех. Давай на большом экране посмотрим. Вставайте. Так, вы дома с детьми, а жена готовит кушать. Ага, да, серьезно? Ага. Она, кстати, неплохо готовит. И тут прозвенели часы. Так, слушай, клево как. Вы поняли, что вам пора на передачу. А как вы выражение лица у меня рисовали? Маркерами, да? Нет, у него двухсторонний. Смотрите, так, он сел в машину. И когда он ехал, смотрите, ага. Ну, вы ехали, смотрите, да. Вы проезжали мимо детей разных профессий, там строители. Здорово, слушай, вот у вас фантазия, это моя рука, да? Да. Машет, клево. Доктора. Так, ага, больше похоже на орден какой-то. Балерина. Это балерина, такая девочка. Да, такая девочка, да. Пожарник, полицейский. Отлично. Они с медалями, потому что они были на этой программе. И уже вот, сенсей Ву. Это китайский, да, ресторан? Да. Это повар. Смотрите. Вы приезжаете к Останкино. Слушай, прохоже. Подходите. Так. А что это у меня в руках? Пицца? Я доставщик? Нет, нет. Это... А, пропуск, да? Да. Документы. Вы машете руками и тут. Ага. Оп, оп, о, оп, о! Оп. И балерина машет. Все машут, да. Круто. Здорово. Слушай, какой клевый фильм. Во, и финал наш. И я улетел. Ну, ребят, я считаю, с таким фильмом можно на очередной фестиваль. Медали в студию для братьев Гончаровых! Так, медаль для Сергея Гончарова. Медаль для Андрея Гончарова. Посмотрите, самые настоящие. Спасибо вам огромное! Спасибо! Держите. Спасибо тебе огромное! Подожди, да. Вот! Рюкзак со сладостями. Тебе. Со сладостями. Тебе. Андрей и Сергей Гончаровы. Новые братья любви.